Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой. Какое же прекрасное утро наступило в этом городе. А это значит, что пора открывать кейсы. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру One State. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Ну что, тихенько припаркуем вот тут тачку и пойдем открывать кейсы, потому что сегодня будет жарко. Ну что, погнали в открытие кейсов. Что же там нас сегодня ждет? Мне самому очень сильно интересно. Скорее забери подарки. Везде все так вот ярко символизирует о том, что нужно забрать подарки, забрать награду. У нас везде что-то есть. Опа, награды. Я еще ничего толком не сделал, но у меня уже везде награды. Все в наградах, все круто, все в наградах. А, вот даже предлагают протестировать новую такую вот рулеточку, где мы можем выиграть такие вот скинчики и прочие штукенцы. Окей, давайте тогда попробуем, что ли. Хотя нет, 78 коинов, я не особо хочу тестировать его. Да и тем более это, честно говоря, дороговато. Поэтому нет, лучше я, собственно говоря, вот такую, за 5, вот за 5 я хочу открыть, почему бы нет, за 5 коинов вполне я согласен открыть, и мне выпадает 3 парковочных места. Вот это кайф, вот это абсолютно кайф, вот это абсолютно кайф, то есть теперь у нас есть еще уровень для 3 машин. Окей, давайте еще одну выберем, тут можно исключить вот это, к примеру, подтвердить, и тут у нас 75, но это дорого, я не хочу. Так, вот тут у нас Legend Rise, мы можем пооткрывать вот такие вот кейсики, но какая вот у нас награда выпала, я пока что не заметил. Ладно, давайте бежим именно к тому, опа. О, кейс, отлично, тюнинг кейс, я кайфую от этого, я абсолютно рад. Окей, ну давайте перейдем к самому интересному крутому. Что у нас сегодня есть? Лимитированный кейс, у меня открытие бесплатно эпического кейса есть, ничего себе. Вот это награда, вот это кайфовая награда, ну-ка, давайте сразу открываем. Одно бесплатное открытие кейса за 750к, и что, робот, анимация робота, чё, вот это да, могло Бугатти Дива быть. Да, танец робота, ну ладно, будем, значит, танцевать теперь его, будем танцевать с кайфом. Какие у нас кейсы есть? Gangland Insland, здесь у нас Cadillac Escalade и вот такая вот старая точила. Далее вот такой вот скин, похожий на Си-Джея и еще какого-то чувака. Окей, тогда давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Japan, вот оно, Classic Sunrise, вот такие вот классические Sunrise тачки есть. Что нас и среди них интересует? Да, в принципе, ничего, ни одного. Toyota Charger есть, вот такая вот тачка есть. Subaru Impreza VRX у нас тут есть. Ну, я бы не сказал, что тут какие-то особо привлекательные машины, но что-то с кейсами прям, ну, беда. То есть тут особо-то и нет каких-то таких, чтобы можно было прям кайфануть от открытий. Ну, в принципе, ладно, давайте сейчас откроем вот этот один. Почему бы и нет? Попробуем просто за 200 коинов. Ну, ладно, то есть оно не помешает, в принципе, но, в принципе, было да, это зря. Не хотел я его открывать, значит, и не надо было. Окей, давайте тогда открываем эпический кейс. Вот этот вот за 800 коинов. Самый дорогой в игре, что есть. И нам здесь выпадает Mazda 6. Ну, на самом деле, такое себе. Прям максимально такое себе. Но мы все равно не будем останавливаться на этом. Продолжим его открывать. И нам как раз таки хватит... Не хватит, даже на 2 нам точно не хватит, потому что он стоит 800. Если бы я тот кейс не открывал, у меня бы хватило бы. Но окей, ладно, значит, так должно было быть. И у нас выпадает
Dodge Ram. То есть это, в принципе, только заработок. У меня эта тачка была, придется ее просто продать. И, в принципе, все. Да, уже на него не хватает. У нас еще открытие редкого кейса есть. Ну-ка, давайте его еще откроем. Я думал, что это у нас тюнинг кейсы нам дали. А это у нас прям по кейсикам. Блин, скин у меня тут есть. Вот тачку бы ту я с удовольствием бы взял. То есть вообще с удовольствием. Так, обменяли на опыт. В принципе, можем мы еще раз открыть тот кейс. Ну, давайте гэнг. Вот этот вот гэнг кейс откроем, глянем, что там. Так, 75 тысяч коинов. Ну, в принципе, окей, крутяк вообще, крутяк ништяк. И давайте редкий кейс еще откроем, почему бы и нет. Редкий кейс открываем, глянем, что там у нас выпадает. Анимация вот такая вот, доллары. Окей, она у меня еще не была. Такой еще и не брал. И остается 250 коинов, поэтому напоследок мы можем открыть что-нибудь прикольное. Ну, давайте попробуем еще раз джапа. Ну, хотя нет, вот лучше гэнг вот это вот открыть. Там вполне, там и тачки, да, должны быть поинтереснее. Хотя тут тачек вообще нету, тут чисто скины какие-то. Скинов много, машин мало. Тут у нас машины 4, но... То, что они выпадут, не выпадут, это, конечно, легендарное вообще открытие. Абсолютно легендарное. Хотя вот тут машин побольше. Везде машин побольше, в этих кейсах мало как-то машин. Ну, окей, тогда... А тут-то и выбора особо больше и нету. Больше-то и выбора нету совсем. Ну, ладно. Давайте еще раз проверим удачу. Посмотрим, выпадет, не выпадет тут тачка. Но тут, видите, очень тяжелая вероятность того, что тут автомобиль выпадет. Я его даже не увидел в рулетке. Ну окей, открыли за топ-5 у нас кейс тюнингов. И 63 стоит коина, поэтому мы открываем вот этот необычный кейс. Вот, за 50 коинов. И у нас остается там совсем чуть-чуть. Абсолютно чуть-чуть. И опять у нас, зато теперь у нас много деталей. Мы можем прокачать теперь ламбу, либо кадиллак прям на максимальную суету. Ну и вот 2500 еще бесплатно забираем. Отлично, тюнинг кейс у нас их просто теперь большая куча. Просто 10 штук мы можем открывать. Посмотрите, сколько. Ой-ой-ой-ой-ой. Красота. Красота-то какая. Вот сколько. Ой, красиво. 11 кейсов мы открыли. Прям круто. И один большой кейс даже есть у нас. Вот с такими деталями. Ну-ка, берем его. Обычные шины. Ну, не повезло. И тут турбина обычно. Ну, в принципе, зато деталек очень много. Просто максимально много было деталек. В принципе, все пооткрывали, все увидели. Даже прокрутили все прям интересненько, четенько. И это прям, как по мне, круто. Поэтому, ребята, такой вот крутой получился куш. Целых две тачки. Ну и заработанных денег. То есть... В любом случае я продам вот эту вот тачку. И вот эту я тоже продам. То есть это в любом случае две машины на продажу. Потому что, ну, они у меня уже были. Они меня особо не интересуют. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет открытие кейсов. Кстати, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, ребята, когда вы находитесь в меню, вот тут надо нажать на желтый билетик. И вот здесь написать кодовое слово личи. Вот так вот пишите личи, тег, и все. И вы получаете бонус. Поэтому ссылочка на игру будет ждать вас в описании. Обязательно заходите, играйте вместе со мной. Вам понравится. Поэтому всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч.